O árbitro. Tudo bem, galera? Tudo bom, né? Tudo bom. Toda hora, ó. Calma, tem calma. Vamos por três jogos, Santiago.
É, eu estrago mais, mais tarde. Eu estou entrando mais tarde. Entrando mais tarde. Boa, Tiago, de novo. Alô, alô. Adiantou muito, Bueno. Bueno. Cantei, hein? Espiou, hein? Vai, dá uma chuta lá dentro, cara. Olha. Um, ó. Dois, ó. Calma. Isso aí, Tá bom. Desiste não. Следующей командой что давать? Boa, Matheus.
Это фан-спорт, это Брабуш. Брабуш. Брабуш? Не, на первом месте идет спорт Бразил. Они позже вошли, у них три игры в опоздании идет. Vira bagunça, todo mundo mandar, vira bagunça. Ярик, ты не наигрался еще? Я знаю, что вы проиграли 4-0, как вы выиграли. Чудом мелких растоптали, да? Да, просто собрались. Растолкали.
Что, сегодня инкогнито нету, да? Да-да-да. Я не знаю. Что, там никто не отписывается, только говорит, типа, никто не хочет играть, да? Ты зажал кейс? Они слишком. Ну, я как последний остался. Ты людям пиздюков. И стрельни в них зажигалку. Скажи, Ярик пидор не принес. Он обещал. Да, 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 да
Давай, пошли. Давай, давай. Одна еще есть. А что, у вас Петя стреляет? Да что, ни у кого нет сил, что ли? Подожди, сколько тебе дали? Мне дали 19.50, и сейчас сколько тебя перевели? 15? Они пятеру еще должны были. Я им сказал. А что? Жигу, да, Ярик? Ярик, куда ты ушел? Этот педрил так не добавил, брат. Сколько раз говорю, сука. В смысле, они прошлые руни сдали только? Я не добавил, говорю. А то только тесты не выполняли, что ты все. До сих пор на спорт видео. Либо не сидит. А, ну да, я же сказал, я там вот видео в чате писал. Я 3 недели говорил. Я писал в чате. Будет сделано. Понятно. Ебать они ебут там спорт. Да? Какой счет? Посмотри. Мы еще неплохо отыграли, блядь. Сука, ебать, там не потащил, это под руками прошел. Пизда, ебать. Знаешь, что самое прикольное, блядь? Когда классные команды играют, они классно играют. Когда классная команда играет против тупой команды, блядь, игра говно. Ебать, просто. Если классная команда начинает тупить, так же, ебать. Они уже не знают, что делать, ебать. А как играть? Они играют не по шаблону, в смысле. Они не дают пасы, они просто бьют вперед. А как защищаться? Мы не привыкли. Мы 3 тупых алла. Какая-то стена там, ебать, сука, никакие. Говорит, да, говорит, где играю, говорит, в центре, да, играю в центре, блядь. Говорит, сука, пас, блядь, да некому, ебать. Вратарь, говорит, одна тактика, выбить, нахуй, вперед, ебать. Говорит, мне сказали, ставим защиту, его защиту, говорит, ставим защиту, давай, убежал, нахуй, в атаку, все, нападающих стал, ебать. О, жирный покатился, ебать. Бля, бабушка хорошая, ты говоришь, просто ебать. Я говорю, катают. Ты не фиг лет дяды уже. С нами нахуй скидки. С FCM и... И с финале, да? А, да, еще с финале. Ну, это же 9 очей почти. Не почти, блядь. FCM вообще никакие, блядь. Так это FCM 4-0, ебать, выиграли нас. Никого. У Союза сегодня, блядь. 4-0 выиграли? Выигрывали. Потому что не фиксировали. Стиков ебать? Да, ебать, не попаешь, ебать, ты пил нахуй, Мне понравилось на воротах стоять. На воротах есть своя фишка. Да, пиздец. Особенно, когда тащику это ударит. Ага. А если еще и тяжелый такой тазик, ага. Бля, охуительно. Валил.
Они тебе выдали 20, да? Стои, чувак, стои. Спасибо. Ого, 5 дискуссий, ого, 5 дискуссий. 19.50 плюс 15 не перевели на счет. 20.50, это 4.50, ебать, они 4 рубля, они еще 8 рублей даст. Deixa ele escorrer atrás da bola. Põe a bola pra correr. Que se lixe o tempo. Espera a oportunidade, chuta. Aí. Oh, deixa ele escorrer atrás da bola. Deixa ele escorrer. Não pode! Não pode, só! Cadê o caralho? Foi sempre atrasado. Pega, pega, guarda a rede. Olha,
Sim, né? E Pacheco tá no gol a fundo, goleiro! Pacheco! Pacheco, as costas, Pacheco! Vai dentro, Matheus, boa! Boa! Deixa aí! Vai pra lá! Deixa ele bater! Ei, Matheus, olha o Hélio! O Hélio, muita calma! Boa! Agora vai lá dentro, Hélio! Tá no gol, Hudson! Ô Bueno, olha as costas, toda hora, olha! Olha lá! Ô número 10! Tchau! Tchau! Número 10! Tem lá, número 10! Ai, ai! Faz o gol! Gol, caralho! Boa! Uds! Você que tem que segurar ela agora! Ele está tudo apavorado! Bueno, volta pra sua, Pacheco! Tá ficando toda hora nessa costa, segura mais! O Hey!
4 contra 3, 4 contra 3. Não, não tô enganado. Puxa no pênalti. Vai dar no gol, hein? É verdade, né? Bate cruzado no pênalti, rodou os caras. Tá bom. Boa, Cafu! Acompanha. Vai dentro, Rodô! Aí, é isso aí, ó! Qual que é a dificuldade de jogar, caralho? Rodô! Vai dentro. Ô Rodolfo, e agora desencanta, filha da puta! O Rose tá falando demais, merece amarelo. Mãe. Bora.
Tá de sacanagem, tá atirando, filho. Outro! Mais um! Vai, Guilherme! Ô, Gwen! Ô, Márcio! Que é isso, hein? Vai, Varela, vira as costas, não, Varela. Oh, tá faltando um marcador, tá faltando um marcador. É eu que tá no jogo, né? Já também. Pega lá o apito lá, o seu pega o apito, joga pro professor. Que merda, caralho. Que chute de festa, merda, caralho. E parece que não tem, não. E parece que não tem, não. Olha aí o penal. Olha aí o penal. O que é que vocês viram? Vai atacar,
Valeu, puxa, não, puxa, não, leva ele pro fundo, leva ele pro fundo. Bora! Pera aí. Calma, anda mais. Rodolfo, você tem que levar o corpo, hein, Rodolfo? Tá só, tá só, põe ela no chão. Boa! Tá só, tá só, tá só. Gente, é gente, quem tem que correr atrás da bola é eles, caralho. Ei, pra que a pressa? Pra que a pressa? Ei, tem que voltar, tem que voltar, Varela. Ele é seu, Varela. Boa. Aí, ó, calma, calma. Olha o último, olha o último, pertinho. Olha o gato, já tem. Isso aí. Anda, vai, consegue, anda. Anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. Vai já. Não tem jeito, ele não toca a porra da bola. Ô, Danilo! Socorro! Да ладно, что такое? Ты на меня так посмотрел, я думаю, сейчас будет это сверхзамечание. О, Пашек! О, блядь! Это блядь, ну, нам-то можно, мы тут, блядь, не выходим отсюда. Вам можно, а другие пидорас. Пидорас. Кто? Кого ты против? В воротах есть мяч. Два там. А это как тебя? Разминаться? Разминаться? Ты же все, ты же не играешь в эту. Второй игры нет и... Мы реально четвером пришли, вышли четвером. Ваня был прикольно за два чувака, знакомого и бармена. А, Уву классно нравится. Бармен. Чира, у нас все по правде. Уву хороший. Он играет качественно. Он у нас в понедельник играет, на пятерке играет. В субботу здесь тоже. Он вчера тут тоже растирачивал. Пенальчик. Опять третий в один ворот. Tá tirando, só, tá? Olha, agora vai tomar no cu, rapaz, tá tirando. Eu ficava ali, se eu botei final. Nossa, pegou. Да? Ну не в один ворота. А, вот я никогда два не видел. В наших в союзе было. Два в наших, одни в один. И вот я никогда не видел в одни ворота три пенальти. Бля, ну тоже. Вот 2 минуты осталось. И 6-5. 5-4. 7-1-5. Знаешь эту бабку? Закончится такой тайм. А ты когда выгружаешь видео? Или сегодня вечером, или на следующий день. Скорее всего, на следующий день, потому что я, блядь, приезжаю отсюда, еду домой, типа, похаваю, блядь, еду сюда туда. Времени не особо. Какой счет? 6-5. Красный выигрывает, блядь, про такие три пенальти.
Ух, ебаный рот, ебать его. Я не знаю, типа, честно, одного первого точно не было. Потому что перед этим сделал фол игрок белой команды. Типа, он его просто, блядь, сбил нахуй под кратер. Потом, блядь, вратарь сбил другого. Типа, до этого должен быть был фол замаркирован, ну. Вот мы шестером начали. Первый там 4-0 летим. Потом пришли остальные. И мы второй тайм. Эй, фото, футбол, да! Петя говорил, что там Юра хотел пиздюкам дать пизды. Не только пиздюкам надо дать пизды. Это штрафной. Штрафной, но он типа дает. Ну, судья посыпался в этой. Во втором тайме посыпался. Первый тайм, потому что игра была в одни ворота, красные просто жали 4-0. 4-1. Ну там, блядь, 10 еще не забили. Он ускорение сделал, да? Готов! Волтов! Волтов! Ну, игра должна закончиться, блядь. Я не знаю, что они сусит. Я, блядь, свисток в жопу засуну, мне кажется. Уже. Забивайте, ебать. А! Os caras estão tirando, eu sou um jogo fácil desse, velho. Ai, eu pensei!